сорт острого перца перуан амарила. Это перуанский амарила. Это очень высокоурожайный перец. У перца просто нереально. Вот такие вот кусты. Очень, очень интересный, необычный. Очень большое количество на нем плодов. Высота куста может достигать 2 метра. От 80 до 1 метра. С одного куста можно снять очень большое количество перца. Если посмотреть, он тут весь в перцах. Весь. Вот смотрите, такое количество перцев. Очень большое. Вот такие вот красивые оранжевые плоды. Острота такого перца от 15 до 30 тысяч единиц. Это, как бы можно сказать, среднеострый сорт. Наверное, родом из Перу. С него очень хорошие получаются соусы. Вкус у него необычный. Тоже такой, с небольшой, как говорится, кислинкой. Срок созревания у него 90 дней. На рассаду высевать его где-то в 20-х числах февраля. Кусты довольно приличные. Вот. Если посмотреть, сколько тут у нас перчиков. Сейчас сорвем перчик. Я вам покажу. Интересный такой. Довольно крупные плоды. Если выращивать в теплице. Вот такой вот, видите. Такой красавец. Перчик имеет фруктовый аромат. Так что можно его выращивать как в открытом грунте, в теплице, так и в себя на подоконнике. На подоконнике он будет где-то высотой в пределах 70, от 50 до 70 сантиметров. Соответственно, горшки нужны быть чуть побольше, где-то до 10 литров. От 6 до 10 литров.